Приветствую всех! С вами Нидзирамас. И мы продолжаем проходить первого Спайра, японскую версию. Уникальную тем, что там кардинально изменили механику управления. Из-за чего эта версия намного сложнее. Лично для меня. Ну, благо, хотя бы вот этих тут немножко понерфили, увидели, как он быстро от меня убегал. Это хоть какая-то компенсация за то, что очень сильно усложнили управление в игре. И тут, кстати, в этом мире мы найдем первый момент, который у меня уже вызывает сомнение, потому что тут в оригинале надо разбегаться и прыгать. Вот там с дорожек этих ускоряющих, до которых мы скоро дойдем. Что будет здесь? Это вопрос. Я бы сказал, вопрос с подвохом. Кокуа Магик Гаден. Драгон га цкау субете но махо га умидасареру секай. Мина га коц-коц то махо но кенкью ни ботто шите итан да. И, кстати, у нас последний мир, где у нас воришки яйца носят. Осталось всего 5 яиц, и их мы все найдем в этом мире. Ну, если, конечно, тут ничего не меняли в этом плане. Гоблин, ты уверен, что это хорошая идея? А там табличка, я не видел, не заметил табличку, точнее. Я, кстати, обратил внимание, что вроде бы нет японской версии второго и третьего Спайра. Так что, возможно, в японском регионе Спайра и не зашел. Возможно, даже, кстати говоря, из-за этого как раз-таки управления. その矢印のついた魔法の床でスーパーダッシュができるんだよ。スーパーダッシュ、すっげー。ほら、やってごらん。 А вы посмотрите-ка. В разбеге нормальное управление. Чё, охранить? ドラゴンが大人になるための試練の場なのじゃ。わしも昔飛ぶのを覚えたばかりの頃にはな、よく。わかったよ。行ってみる。 Так, ну ладно. Ну, значит, хорошо. Значит, по идее, проблем с моментами с ускоряшками не должно быть. Лишних, по крайней мере. Потому что вот стоило мне сейчас взять ускорение,
И прям управление вернулось, как оно должно быть изначально. Посмотрите, камера сама крутится, я ее не кручу. Понятно. А вот опять. Какая красота. Да ты серьезно? Ты меня поймал? Ну охренеть, что помирать на домашнем уровне не хватало. Я поражен. Так, не колдовать на меня тут. Я даже не удивлюсь, если где-то на самом деле есть какая-то опция переключения управления на обычное, но я о ней не знаю. Нет, господин, к тебе я точно не хочу идти. Так, а, ты должен на этой. Да, вроде бы все. Я, кстати, знаю, что вот этот ключ, который у нас сейчас есть с собой, вон там, внизу справа, знаешь, он не обязателен в этом уровне. Я каким-то образом вот отсюда, давайте чего-нибудь сделаем. И давайте я вот здесь сделаю быстрое сохранение, просто хочу попробовать. Чтобы просто каждый раз не добегать. Вот так вот можно. Да, блин, почти. Я знаю, что я вот так пробивал специально, задавал себе целью пробить вот этот ящик. Нет, не получается. Или, может быть, как-то... Я знаю, что я долго достаточно пытался. Вот. А, ну ключа у нас нет, он пропал. Но я его пробил именно с этим. То есть его можно так пробить. Это я точно помню, как я на первой PlayStation оригинальный выбивал. И при этом я знал, что это, где этот ключ находится, потому что, ну, как бы ничего сложного, он не как-то хитро спрятан. Это я уже, когда в очередной раз перепроходил игру, просто вот захотелось вот такой эксперимент сделать. Я узнал, что так действительно можно сделать. Это
приятно, когда можно как-то по механике, не, ну, то есть не ломая как-то прям совсем игру. Тем не менее, как-то схитрить. Так, где я кого пропустил? Неужели в самом начале где-то? Да нет, в самом начале нет. И отсюда не поблескивает. Интересно. Но тут явно нет. Табличку никак не ставить, да? Ну да. Так, вот первый затуп. Я потерял два камушка. И как во второй и третьей части, Спаркс не умеет искать сокровища, если зажать зеленые кнопки. Может, здесь наверху я где-то прозевал? Да нет. Тут нет. Где же этот камень? Один или два камня? А вот и он. Ну раз я здесь, давайте прямо сразу к боссу пойдем, чё? Тут нет какого-то строгого порядка уровней, так что начнем с босса. Тут босс настолько несложный, что я, когда в детстве играл, даже до меня не сразу дошло, что тут, в принципе, в этом уровне есть босс. Так. Вот это, блин, я... Хорошо зашел. Уже 101 камень. Охренеть. Прошел 3 ступеньки. Ну ладно, 4. Вот это место я тоже прошел. И то не совсем. А босс на самом деле вот он стоит. Я в детстве думал, что это просто, ну, какой-то странный рандомный враг. Я даже не замечал, что он в итоге убегает. Мне как-то казалось, что, ну, я его просто побеждаю, и что тут, ну, там, 3, что ли, таких врага.
Оху. И что еще непривычно, тут дракон находится не ближе к концу уровня, как у других боссов. В принципе, если честно, это очень легкий уровень, не легкий, а маленький уровень. Но в любом случае, дракон находится где-то в первой половине. Это что-то выпало. Да, вот это типа босс. Представляете, он по мне попал. А я по нему нет. Завис. Я прям в идеальный тайминг попал. Это оказывается босс. Вот и все. Вот и весь уровень. Ну надо дать должное, босс по мне попал. Нанес урон. Я остался без Спаркс, походу. Это нехорошо. Так, ну короче, по порядку идем, как по обратному порядку, как они уровни встречаем. А, стоп, там наверху, я кажется, пропустил один уровень, да? Ну ладно. Ну, полетаем пока. Тут у нас арочка. Сундучки. Вот сундучки будут проблема. Я по ним очень легко промахиваюсь. Ой, самолеты. Должен успеть, должен. С 5-секундным запасом. Вот и все. С первого раза. Так как эти самолеты все-таки летели не рандомно как-то в одном месте кружились, а летели в определенном порядке. То есть по маршруту.
мое. Вот здесь уровень я пропустил, да? Wizard Peak или нет? Да. Ну это логично. Сходи сюда сначала. Этот уровень один из тех, который мне очень долго не давался. Потому что тут таких хитрых проходов и вариантов, как пойти, достаточно много. Что-то про треугольник. Ну да, промазал. Ладно, на этих узких местах лучше не бегать. Разбегом. Сюда тоже надо. Я там, по-моему, что-то пропустил. Ну да, два камня. Так, а так я не долетаю. Вас понял. Не хрюкай на меня, пожалуйста. Вернул мне жизнь. Иди сюда. Все, зачистили до моста. А теперь надо сходить туда, где я сдох. Собственно, в яме. Чё толкаешься, жук? Охренеть, меня чуть не выкинул. Дракон где-то стоит. Жмякой. Кстати, вот чисто ради интереса. Ага, смотрите, сюда можно попасть так. Ладно, нет, я иду не сюда. У меня есть место поважнее. Тут еще, походу, убрали возможность притормаживать в воздухе.
Нет, она есть, но она... Вот теперь сиди и думай. Эту штуку просто убрали. Такая, такой возможности в этой игре больше нет. Ну, точнее, ее сломали, скажем так. Или это из-за того, что у меня крестовинная геймпадия цельная. То есть прямо целиковый такой круг, который просто я нажимаю в конкретную сторону. И из-за этого я не могу ровно вниз нажать. Хотя вот так вот я вниз нормально нажимаю. Ну и то, хотя, смотрите, тоже она меня заносит в бок. Потому что вот реально сиди, блин, и думай. Это я кривой? Уверен? Кусь? В смысле, а? Вот это был, кстати, одно из мест, которые у меня вызывали проблемы в свое время. Так, нет, я вообще не долетаю. Фух. Он вообще не ожидал, что я здесь появлюсь. Потому что вот этот крендель в обычной ситуации находится прямо на самом верху, где он возрождает, ну, откуда порождает много вот этих мелочных. Так, ну сюда нам тоже пригодится. Ты такой крутой, да? Ты думаешь, что... Что ты по мне сейчас попал и такой крутой, да? Но ты даже не попал. Представляешь, как грустно. Взял и не попал. Понятно. Вот это ты молодец. Окей. Так, давайте вот с этой стороны. Вот сюда. Залезу? Так, нет, я говорю сюда. Ну это явно подсказка к тому, как вот это делать. Фига. Бессмертная туша. Ты что, крутой, что ли? Так, а яйцо у меня с собой есть, да, хорошо. Успел я, кстати, перехватить эту фигню. Так вот, давайте с дракона разорвем. Аригато, аригато. Единственный дракон, речь которого я понял на 100%. Так, ну теперь я вот сюда обратно здесь чекпоинт отмечаю.
Я вообще не туда поехал. Я не знаю, зачем я сюда побежал. Мне вообще в другую сторону надо было. Причем, кстати, вот это место надо обязательно с двух разгонялок брать. Потому что если с одной, то там не хватит разгона. Так, ну окей, вот эти два места были не особо страшные. Ну, значит, по идее, у меня проблем не должно быть, потому что... Те места, которые у меня вызывали самые большие проблемы, они как раз вот с этими же разгонялками связаны. И как раз, ну, получается, что у меня с этими разгонялками все-таки проблем не будет. Лишних. Себе бегай. Мне тут хватит, надеюсь, сокровищ. Должно. Ура! Спайро! Шибарак минай учини зуйбун каоцки га такмашку натта на. Коно чоуси де нокори но накама но кьюсису мо танонда зо. Ганбатте миру! Маказете йо! Ну да, все. Вот и все. Пятьсот камней уже в уровне. Этот уровень и я не помню какой еще, то есть это какой уровень точнее. А, я вспомнил. Да, вот этот. Этот монстр, кстати, и то опаснее, чем. Чем босс. Он слишком легко может задеть. Ано мидори-иро но махоу-цукай тачи. Айца, чё-то яккай нанда. Без понятия, что ты там сказал. Но, наверное, что-то интересное.
Так здесь, кстати. А здесь тоже два яйца. Ага. Да, и в оставшемся уровне тоже будет как раз одно яйцо. Оставшийся уровень — это тот, где у нас эти такие монстрики будут большие. Ты так, ну это выход. Ну, здесь просто пещерка такая. Вот и все. Как так-то? Так, тут еще что-то есть? Вроде бы нет. Удобно, когда в яму можно падать и не бояться, что сдохнешь. なくてもいいんだ。お前でも倒せる。 О, здорово, жук. Я знаю, что это ни хрена не жук. Ну, первый круг я прозевал. А второй круг? Не успел начать, уже закончил. Все.
ну надо все-таки нормально проехаться. Понятно. Не судьба нормально проехаться, да? Ну вот мы в самом начале. А, вот оно что. Так, теперь ключевой вопрос. Успею я добежать до принцессы? Или не успею? Тоже успеваю. Да еще дашь? Дальше никак. Дальше слишком далеко. Так что я просто пойду и дальше уже буду разгоном крошить этих. Ну, собственно, все. Вроде бы жуков я больше не помню. Когда я облажаюсь. Что вот за это вот сюда? А там я не был. А, тут даже все. И ящерицы все, и эти все. Супер. Где выход? Погодите секунду. Выход здесь, да? Ну, хоть я мог, конечно, выйти просто через менюшку, но так как я был близко сюда. Уже 5000. Из 14. И вот уровень с большими монстрами, по идее. Близко.
Пока. Я неадекватно. Сразу чекпоинт себе организуем. あの大きくて黄色いやつ強そうだけど魔法使いに操られてるだけなんだ。なんだ？油断するなよ。 Так, большой дядька. Один таки попал. Да, ребят, колдуны. Ваша жизнь тут вообще всего лишь на единичку ценится. Я думаю, им грустно. Что их сравнили с какими-то там самыми простыми лягухоподобными из первого мира домашнего вот этого. У нас последнее яйцо в игре будет. Сколько, кстати, 4 ящерицы должно быть. Двойной выстрел. Таскете крете, аригато. Так ты здесь. Тебе не страшно? Когда ты видишь, что с одного дыхания дракон ушатал аж двух твоих питомцев. Видимо, он бесстрашный. Помню, вот эта комната меня здесь так немножко напрягала. Такой спуск к двум сразу этим монстрам. А я достаточно плохо играл уже. Как будто я сейчас хорошо играю.
Ну, вот тогда я еще хуже играл. И для меня вот эти монстры были достаточно серьезной проблемой. Сам взял, просто спрыгнул. Все. Кстати, это еще не последняя ящерица. Махоцкай не мой рой рой тенне. Я цра досты аресоттари стерюндаю. Уровень, кстати, один из немногих, если не единственный, я других не припомню, который сделан по той же логике, как потом сделали уровни во второй и в третьей частях. То есть, что уровень закруглен, и что когда доходишь до конца, почти всегда открывается путь в самое начало. Чисай вари не наканака яру не, демо омай не тоузоку га цкамаэрареру кана? Бака не стой, кинайо! Это было последнее яйцо в игре. Это какого, простите, хрена я не собрал этот ящик? Но, к сожалению, это не значит, что воришек больше у нас не будет. Они найдут что? Спереть. И... Терик, нормально. Сейчас там, по идее, будет 5, 5 и 10, да? Там у нас 3 фейерверка осталось. На 5, 5 и 10. Вот осталось последнюю кутюрину собрать. Вот и она. Ну и давайте для приличия выйдем, как положено. Вот прям через выход. И будем заканчивать на этом данную серию. Пять тысяч 500 сокровищ. Так, теперь нам нужно идти. Ты охренел? Я не помню там драконов, поэтому давайте вот здесь. Надо просто сохраниться. Ну что ж, на этом я благодарю вас за внимание. Оставляйте свои комментарии и до новых встреч в следующих сериях. Всем пока!